Всем физкульт-привет! С вами снова Лобова Дарья, и мы продолжаем нашу серию программ по тренировкам для людей старшего возраста, для того, чтобы вы оставались в отличной физической форме, пока мы все остаемся дома. Сейчас предлагаю вам начать с поворотов головой, колени мягкие, круг плечами назад, шея длинная, и начинаем поворачивать голову от левого плеча до правого плеча. Ведем очень медленно, голову назад не забрасываем. Работаем шейным отделом, стараемся его расслабить. И 4, 3, 2, 1. Перейдем на плечевой пояс. Здесь колени у нас снова мягкие, делаем круг плечами назад. Разминаем нашу спину для того, чтобы немного расслабиться после долгого лежания на диване. И 4, 3, 2, 1. Чувствуем мышцы. Здесь закрепляем верхние точки, чувствуем позицию лопаток и держим. 4, 3, 2, 1. Поработаем над грудным отделом на раскрытие и на закрытие. Работаем на полную амплитуду. Чувствуем наши мышцы. И еще 5. Закрыли. 4. Закрыли. 3. Закрыли. 2. Закрыли. Последний. И выходим в компенсацию, чтобы немножко расслабиться. 4. 3. 2, 1. Отлично. Здесь предлагаю вам добавить боковые наклоны, чтобы потянуть боковую поверхность спины, которая у нас постоянно забита при домашнем времяпрепровождении. Отсюда снова колени мягкие, одна рука в бок, вторая вытягивается через бок, ребра в потолок, дышим ровно, держим точку. 4, 3, 2, 1. Поменяем сторону и вдох вниз. Держим точку, ребра вверх. 4, 3, 2, 1. Молодцы. Отсюда кисти рук на центре и выходим вперед. Колени мягкие. Поясница внизу, взгляд вниз. Вытягиваем спину. 4, 3, 2, 1. Вырастаем вверх, поднимаемся только ягодицами, не травмируем крестово-поясничный отдел. Отсюда снова рука в бок и повторяем комплекс вниз. Вытянулись, ребра вверх, тянем, дышим. Стараемся почувствовать вытяжение боковой поверхности спины. 3, 2, 1. И на вторую сторону поехали. Выдох, вниз, вытянулись. 4, 3, 2, 1. Молодцы, вернемся на центр и последнюю точку. Выдох, колени мягкие, опускаемся вперед. Дышим, шея длинная. Работаем без негативных ощущений. Должно чувствоваться вытяжение, должно чувствоваться приятное вытяжение мышц спины. 4, 3, 2, 1. Молодцы, вышли на центр и отсюда руки вниз опустим, подышим и вдох через нос и выдох вниз, колени мягкие. Еще раз вдох через нос и выдох, колени мягкие. И последний вдох вверх и выдох вниз. Отлично. Здесь перейдем к кругу корпусом. Руки в замок перед собой и начинаем вращение с легким прогибом назад. Работаем каждый на свою амплитуду. Кто-то может дальше сзади выходить, кто-то может меньше, это не важно. Самое главное не ощущать негативных ощущений. И продолжаем. 3, 2, 1. И в другую сторону. То же самое, работаем очень медленно, не торопимся. На свою максимальную точку, у каждого она своя. И 3, 2, 1, вышли на центр. Отсюда кисти рук вытянем вверх и уйдем с подтянутым вперед копчиком, с легким прогибом назад. Глаза в потолок, держим. 4, 3, 2, 1. Вернемся на центр и снова выдох.
Подтягиваемся вверх с круглой спиной. Отлично. И перейдем на тазобедренный сустав. Разминаем с вами наш таз, бедра. Из стороны в сторону. Опять же, у каждого своя амплитуда. Работаем. Вперед и назад. Вперед и назад. Кто-то может больше амплитуды делать, кто-то меньше. Опять же, так же, как и с корпусом. Работаем на свой диапазон. И теперь в другую сторону. 5, 4, 3, 2, 1. Перейдем на коленный сустав, стопу ставим чуть ближе, руки на коленный сустав и работаем очень мягко, без резких движений, без быстрых движений, все в очень медленном ритме. По кругу. 3, 2, 1. И теперь в другую сторону. 3, 2, 1. Вырастаем медленно вверх, перейдем на голеностоп, руки ставим в бок и начинаем марш пятками вверх, 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 4, 3, 2, 1. Потянемся, постоим на пальцах, только пальцы в пол, пятки наверху, стараемся сохранять баланс. 4, 3, не падаем, 2, держим. 1, молодцы, пришли на пятки. Из этого положения стопа в сторону и поработаем от себя голеностопом. 3, 2, 1, разминаем наши стопы. 4, 3, 2, 1. Перейдем на вторую ногу, также от себя. 4, 3, 2, 1. Замечательно. На этом наша тренировка закончена. Я желаю вам оставаться в отличной физической форме и оставайтесь дома.